я пришел к выводу, который может показаться просто шокирующим, что причина болезни и следствие в медицине перепутаны. То есть не дрожание является следствием поражения мозга, а мозг начинает страдать, потому что идет нарушение, спазм, скованность во всем теле. Нарушается кровообращение, ухудшается кровообращение в мозге. И поэтому дрожание при болезни Паркинсона, я считаю, что это супергимнастика, спасающая пациента. И если у человека дрожит рука и прекратить ему это дрожание, но ведь природа, она мудрая. Это врачи умные, а природа мудрая. И она показывает, вот где проблема. Делай так, двигайся, еще лучше. Это похоже на то, как у человека, если он отравился, у него понос, рвота, а нужно сказать, так, нужно закрыть рот, нужно вставить пробку, чтобы не было поноса, и все, и яд впитается, и будет еще хуже. Точно так же и здесь. У тебя идет дрожание, а тебе говорят, не надо дрожать, стоять. Скованность усиливается, и процесс пошел. Идет скованность, ухудшение кровообращения, а затем кровообращение мозга. И поэтому болезнь Паркинсона не лечится, потому что не там ищут. Потому что если в Антарктиде искать бананы, там их нету. И можно улучшать приборы, посылать туда. Ищите бананы в Африке. И тогда результат будет очень быстрый. Итак, вот сейчас пошла. О, смотрите, вот что она делает. Дрожит, да. Вот. О, вот она, дрожь наша. Так. О, хорошо, хорошо. Вот похвалили, она рада стараться. Смотрите, что творит. Да. Я даже такого за ней не замечала. Ну, доктор, сейчас мы ее и успокоим. Угу. Посмотри, что творит. Все, супер. Тамар, вот у нас какая рука дрожала больше? Правая вот эта. Правая. Сейчас она молчит. Больше у нас даже вздрагивает левая. Левая. Какой диагноз тебе поставили? Паркинсон, вторая стадия, Пахиньяру. Пахиньяр. А вон... Так, сколько процедур с тобой мы делали? Три процедуры. Вот сейчас мы сделаем так, что и левая. Ну, 3-4 процедуры. Да. Сейчас сделаем так, чтобы и левая перестала. Причем, важный момент, какие лекарства тебе назначили? С леводопой Модопар. Так. Ну, пить пожизненно. Когда ты их отменила? Ну, я на первой неделе четвертинку принимала и больше ничего не делала. И мы с тобой отменили? Отменили давно уже, да. Вот. Мы отменили, а дрожь перестала. Вот видите, сколько она уже держит. А дрожи? Все, нету. Нету. Поэтому моя теория... Жива. Жива и работает. А сейчас сделаем так, чтобы дрожь... Даже маленькая. И в левой руке прошла.